Future-Proof Films, The Reunion Films представляют. Добро пожаловать на Union Square. Мама, что он делает? Ничего, милый. Ты не посмотрела. В главных ролях Дэйв Розенберг, Андреа Модика, Дин Джеймс Доун, Кара Ранзетти, Шон Дуган, Барбара Ида Янг, Эдриан Гаэта, Джим Тодд, Мэтт Манро, а также Джим Нортон и Остин Пендлтон. Композитор Николас Репетто. Рики! Привет, Марк, как дела? Привет, неплохо. Снялся в рекламе «Гайку». Поздравляю. Спасибо. Пока отдыхаешь? Да. Еще вернешься. Посмотрим. Спасибо за «Селестинские пророчества». Крутая книга, да? Сногсшибательная. До встречи. Пока. Автор сценария Дэйв Розенберг. Режиссер Фил Хардинг. 15% без лишних слов. Гайко. Встреча выпускников. Hi. Привет. Добро пожаловать. Сегодня мы попробуем практики кундалини и виньяса-йоги. Приступим. Сначала разотрем ладони. Вперед, назад. Почувствуйте тепло. Почувствуйте, как накапливается энергия. Если ладони горят, разведите руки. Ощутите энергию между ними. Теперь приложим ладони к сердцу. Привет. Как занятие? Пытаюсь достигнуть дзена. Пока результата нет. Да? Расслабься. Расслабься, чтобы не быть слабым. Ты был в трансе? Я ловлю волну, ощущаю магию. Слышу вибрации. Но никак не могу внедрить все это в мою практику. Сегодня все звезды сошлись. Я встретил Марка с актерских курсов. Он снялся в рекламе «Гайко». И тут я увидел рекламу «Гайко» на автобусе. Знаки повсюду. И там, и там, и там. Как будто говорят, что я на верном пути. Один знак, следующий. И там, и там, и там. Улетаешь даже без наркотиков. Бунтарь без причины.
258 долларов. Встреча выпускников в субботу, 23 июня. Ты что вытворяешь? Банда. Ничего, не хочешь мне сказать? Творится по всему миру! И теперь зло творится здесь! Очнитесь, люди! Молчать нельзя! Пора действовать! Не медлите! Вы стоите и ждете, а они берут вверх! Это наш парк! Если продолжите ждать, не будет парка! Наш парк! Не будет деревьев! Наш парк! Не будет всего человечества! Наш парк! Только многоэтажки и небоскребы! Очнитесь, люди! Пора действовать! Не молчите! Чей парк? Наш парк! Чей парк? Наш парк! Чей парк? Наш парк! Привет, Дани. Привет, Рики. Такой странный сегодня день. Дождь обещали. Говорят, ресторан расширяется за счет детской площадки. Да, слышал. Зад, Трев. Я кое-кого увидел. Кого? Давнего знакомого. Друга? Не совсем. Я не понимаю, что со мной. У народа Чероки есть легенда. Однажды старик решил дать внуку наставление. «Во мне борются два волка», — сказал он. «Один злой, другой добрый». Внук спросил, «Кто победит?»
Старик ответил: «Тот, которого ты кормишь». Рики-рики-рики! Что, Энди? Я думал, ты вернешься в сентябре. Сюрприз, сюрприз! А вот и я! Безумно странный день. В чем дело? Почему ты вернулся? Соскучился по Нью-Йорку. Взгляни на себя. А что? Ты вылитый гуру. Я уже думал попросить совета. Ясно. Расскажи, как съездил. Обалденно. Да? Конечно. Хватит болтать, пора зажигать. Я в Нью-Йорке! По бульвару Рамбла, ее титьки прыгают вверх-вниз, у нее изо рта пена, как в криминальном чтиве. Я кричу проституткам: «Больница! Где здесь больница?» Бежал почти километр. Спина до сих пор болит. А что с подружкой? У нее было похмелье. Боже, ты с ней переспал? Да, но не той ночью. Невероятно. Как твои актерские курсы? Играешь Иисуса? Нет, друг, пока не хожу на них. Решил отдохнуть, да? Взял перерыв или... Нет, друг, ушел с концами. Нет, ты не можешь уйти. Почему? Ты ушел? Не совсем. Актерский талант помогает мне ловить преступников. Понятно. И что в итоге? Подсел на духовную муть? Никакая это не муть. Что я сказал тебе перед отъездом? Бред все это. Для тебя, возможно. Боже, началось. Я не хочу спорить. Ты только вернулся. Смотри и учись. До сегодняшнего дня я ощущал невероятный подъем. Потом увидел давнего знакомого. Кого? Парня, который меня избил. Того из школы? Да. И что ты сделал? Замер, меня парализовало. Друг, разберись с ним. Энди, это было миллион лет назад. Да? А как же твои головные боли? Разве тебе не снятся кошмары? Если не дашь ему отпор, он будет преследовать тебя до конца жизни. Ты еще увидишь его? В субботу будет встреча выпускников. Отлично. Я не пойду. Пойдем за китайской едой.
боже, ты что творишь? Что? Отстань от меня. Мне нужно морально подготовиться. Думай над своим ходом и не трогай меня. Ты опять замер? Нет, я не замер. Хватит. Твой ход. Не сиди, действуй. Твой ход. Действуй. Привет. Можно мне следующим? Мы тут с другом играем. Бери мою лошадь. Или хочешь всю жизнь просидеть на скамейке? Вот. Привет. Вот так. Как вам такое? Хорошо, хорошо. Он перепрыгнул через короля. Так ходить нельзя. Не поддавайся. Что? Сходи по-другому. Нет, нет, я уже походил. Почему так? Я походил. Черт. Шах, ешь меня. Съест ладью. Хватит поддаваться. Ты поставил шах. Конец. Был другой ход. Какой? Ты мог съесть мою ладью. Не помолчите. Ладно, тише, мы уходим, друг. Тебе конец. Шах и мат. Зато ты заткнул парня. А чего он лез? Просыпаешься? Я не сплю. Ты заблуждаешься. Еще одну? Нет, мне пора, друг. Сходим куда-нибудь вечером. Рики, я скучал по тебе. Сидеть, сидеть. Молодец. Твоя собачка? Нет. Ола. Вряд ли он говорит по-испански. Да, это было бы странно. Живешь где-то здесь? Нет, нет. А я частенько тебя вижу. Я имела в виду, что живу неподалеку, но не в парке. Не в парке. Ясно. Все хорошо. Что читаешь? Женщины, бегущие с волками. Круто. Глубоко. Ладно, не буду вам мешать. Я Рики. Натали. Повторяйте за мной. Чем глубже погружение, тем полноценнее исцеление. Чем ярче ощущение, тем полноценнее исцеление. Нет, 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 нет. Тебе нужно пройтись по магазинам. Что? Жуть! Это я не надену, буду выделяться. То, что надо. И знаешь, сделай мне одолжение. Побрейся. Не надейся. Твои пташки найдут новое гнездышко. When the fires hit the brush, every sound became a hush, making my way through the eye of a crowd, finding myself lying down, staring up at the sky, breathing in all the light. See the body I call home. Hear the voice that I have sown. I saw faces in the glow. Good people I used to know. When you glance at me and I look away, you remind me of a hell I won't. Круть! Ты кто такой? Пойдем зажжем. I can hear my.
Пойдешь знакомиться? Нет. Привет, друг. Привет, старик. Как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо. Спасибо. Я хочу выпить. Хочешь выпить? Я хочу выпить. Водку, пожалуйста. Две. Сейчас. Три. О, нет, я не пью. Принимаешь лекарства? Нет, просто не пью. Почему? Почему ты не пьешь? Не знаю, почему ты пьешь? Так веселее. Точно. Веселее? Ничего, дамы. Я пью за нас двоих. Спасибо. За нас? За нас. За нас. За нас. Вот. А откуда вы, дамы? Из России. Из Италии. Си итальяно? Говоришь по-итальянски? Она... Нет. Круто. Расслабься. Смотри, смотри. Что это? Просто съешь. Нет, что это? Забей, расслабься. Боже мой. Время волшебства. Как ощущение? Чего уставился? Пойдем. Да, точно. Где мы, черт побери? Да, где мы? Совершенно не представляю. Похоже, мы заблудились. Точно. Да. Мать вашу! Это он! Мать вашу! Вот, блин! Рики! Мать вашу! Это он! Он идет! О нет, помогите! Я не готов! Нет, я не готов! Вот это меня торкнуло. Thank you.
Раннее утро, а ты уже в парке? Я... Кажется, я здесь ночевал. Правда? Ты отключился? Да, что-то в этом роде. Покажешь фотографии? Они хороши. Почему ты сняла этого парня? Не знаю. В его глазах что-то неуловимое. Какая-то сила. Как у волка. Да, да, как у волка. Точно. Они завораживают. Завораживают? А ты... Почему пришла так рано? Я всегда прихожу сюда по одной причине. Правда? Да. Из-за парня. Какого? Знаю тут одного. Или, скорее, раньше знала. Он сильно изменился. Полный придурок. И я не хочу находиться рядом с ним, поэтому прихожу сюда. Почему? Вы живете вместе? Нет, нет. Что-то вроде не совсем. Почти. Не знаю. Не хочу о нем говорить. Ладно. Хочешь прогуляться по городу? Что? Я как раз собираюсь, да. Сейчас? Да, да. Смелее, пойдем. Работаешь, если весь день сидишь в парке. Ты смотритель? Нет, я был актером. Ты ушел? Все запутано. Ясно. А если вкратце? Хорошо. Сейчас. Я играл в пьесе на Бродвее. Колотящиеся сердца. Вечер премьеры, все в предвкушении. Пришел обозреватель из Нью-Йорк Таймс. Здорово. Все идет как по маслу. Публика смеется. И вот приближается мой монолог. У меня важное задание, но меня считают сумасшедшим. И тут кто-то кричит: «Ты поможешь?» Я тебе не верю. Я тебе не верю. Тебе не верю. Я тебе не верю. Не верю. Я тебе не верю. Ни секунды тебе не верю. Я тебе не верю. Ни секунды не верю. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Не верю. Я забыл слова. Не верю. Что делать? Я забыл реплику. Что делать? Не верю. Что мне говорить?
Помоги мне. Я тебе не верю. Помоги мне, помоги. Не верю. Почему ты смеешься? Я тебе не верю. Хватит смеяться. Мне больно. Я не знаю, что делать. Не верю. Мне страшно. Подскажите слова. Черт, подскажите. Напомните слова, пожалуйста. Прошу. Умоляю, сегодня премьера. Пришел обозреватель из «Нью-Йорк Таймс». Помогите! И тогда ты все бросил? Нет, не бросил, а пошел в другом направлении. Я хочу тебе кое-что сказать. Помню, я увидела тебя в парке, и ты показался мне милым, даже с той прической. Но ты будто блуждал в тоннеле. А вчера, когда мы разговаривали, ты впервые вздохнул полной грудью. Ого, следишь за мной? Нет, это здорово. Такими и должны быть хорошие фотографы. Наверное, я просто люблю людей. Незнакомцев. Люблю их открывать. Следить за их историей и... Да много чего еще. Мне нравится следить за жизнью, и я не хочу ничего забывать. Поэтому пытаюсь запечатлеть как можно больше. Замри. Можно? Подожди, нет. Хорошая. В субботу вечером я участвую в выставке. Если хочешь, приходи. На выставку? Да, если будет желание. Конечно, я приду. Вот черт, нет, я не смогу в эту субботу. Как жаль. Можно будет встретиться. Да, например, завтра вечером. С радостью. Да, зачем ждать до субботы? Да, точно. Ты ведь пойдешь сегодня домой? Не знаю, пока не знаю. Наверное. Вроде он не появлялся. Попробую выяснить. Не думала остаться у подруги? Можешь даже остаться у меня. Я буду выглядеть распутной, мы только познакомились. Распутной? Нет, спонтанной. Что, боже мой, спонтанной? Как ты смеешь? Можем всю ночь смотреть фильмы. Мы займемся фильмами? Да чем угодно. Но я могу смотреть фильмы всю ночь, а ты? Да, 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 да. Звучит здорово. Мы будем всю ночь смотреть фильмы, красить друг другу ногти и играть с мишками, да? Как на пижамной вечеринке. Да. Похоже на то. Вечеринка, да. Да, здорово, отлично. Да, а у тебя есть попкорн? Да, найдется. Его надо готовить? Такого нет, купим в магазине. Микроволновка имеется. Да? Прекрасно, круто. Я не хвастаюсь. Да, знаешь. Я, наверное, найду, где залечь на дно. Спасибо. Хорошо. Что, залечь на дно? Да. Да ты что, в какой-то перестрелке? Нет. Но я женская версия Рэмбо. Как ты? Серьезно? Да. Ладно. Что ж, может потанцевать? Спасибо! То зачем ты позвал? Мы готовы? Я не знаю, к чему. Знаешь, как владельцы бойцовских собак отбирают щенков? Нет, не знаю. Со всей силы сжимают им яйца.
Если щенок визжит и убегает, его не берут. Если дает отпор, оставляют. Зачем мне это знать? Рад, что ты спросил. Если я сожму твои яйца... Не надо. Если бы я их жал, не ты надо. Завизжал бы и убежал. Пришлось бы от тебя избавиться. Ясно. Тебе нужно научиться давать отпор. Итак? Надевай. Нет, нет, нет. Да, да, да. Давай в шахматы. Нет, надевай. Покажи, на что способен. Серьезно? Давай, 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 давай! Почему ты бьешь так высоко? Опять духовная муть? Нет, он выше меня. Хорошо. Нужно научиться бить ногой. Если у вас дойдет до драки, в чем я сомневаюсь. Слушай, если все же дойдет, замани его к себе, отойди в сторону и бей в ногу, чуть ниже бедра. Не надо. Давай я покажу. Не надо. Я аккуратно, а ты посмотришь. Не надо. И это рукой. Мать твою, я не хочу его поломать. А он бы так и поступил. Вернее, он так и сделал. Либо ты, либо он. Хорошо. Давай, ударь со всей силы. Хорошо. Хорошо. Резко бьешь и обратно. Руки перед собой. Да, молодец. Держи удар. Вперед. Ладно. Вкладывайся корпусом. Работай бедрами. Сдвинь брови. Хорошо. Дыши носом. Ладно. Что ты делаешь? Вперед. Ладно. Отлично. Еще раз. Руки выше, держи удар. Выше руки. Держи их. Вот так. Ты просыпаешься? Чувствуешь разницу? Да, сила в бедрах. Отлично. Теперь связка с хуком. Кик, хук, давай. О, мой Будда. Вперед. Хорошо. Моя рука здесь. Вижу. Куда ты бьешь? Давай. Сейчас. Да, задай ему жару. Да. Вперед, Эдриан! Ты лучший коп. Крутой парнишка. Вперед, вперед. Обучи его. Вперед. Руки вверх. Хорошо. Отлично. Закрепим? Да, давай еще раз. Понравилось? Давай еще. Погнали. Где ты научился? Я чемпион Австралии по кикбоксингу 5-го года. Детектив под прикрытием, международный ловелас, чемпион Австралии по кикбоксингу. Он самый интересный человек в мире. Есть такое. Ты отлично держался, друг. Спасибо. Нет, правда, спасибо. Ты молодец. Надо отпраздновать. Выберемся вечером. Хватит с меня клубов. А кальяны любишь? Обожаю. Договорились. Боже, зацени. Пойдешь? Мы с тобой в ударе. Привет! Нет, я кое с кем познакомился. Что, с кем? Она фотограф из парка. О, горячая штучка. Да. Лорд Будда? Великий Будда. Офицер. Ладно, еще увидимся. Уходишь в монахи? Не совсем. Готовишься к боксерскому поединку? Энди мне помогает. Понятно. Вечером мы идем в ресторан. Хочешь с нами? Нет, спасибо. Приходи. Я познакомлю тебя с Натали. Она мой дзен. Разве идет дождь? Maybe. Я подумаю. Сотни, тысячи крыс выбрасываются на берег. Галлюцинации. И я собралась с духом и подумала, пусть будет, как будет. В моем родном городе есть поговорка. Ты ешь то, что не ест тебя. Я успокоилась. А ротвейлер остановился передо мной и начал лизать мне лицо. Что? Ничего. Подумал, ты его отдубасила.
Собака остановилась. Да, а еще лизала мне лицо. Потрясающе! Но от нее идет плохая энергия. Не помедитировать. Рики, последние полгода мы постигали путь мирного воина. Что? Многое изменилось. Что именно? Завтра я пойду на встречу выпускников. Встречу выпускников? Да, в школе. О, здорово. Расскажи ей. Я хочу разобраться с одним парнем. Что произошло? Мы поругались. Недавно? В старших классах. Вы поругались еще в школе, и ты решил отомстить сейчас? Почему бы не отпустить ситуацию? Очевидно, мне с этим не смириться. Неужели разборки с ним тебя успокоят? Конечно. На нем мир клином не сошелся. Ошибаешься. Если он не разберется с ситуацией, в данном случае с парнем, она так и будет его снедать. Не знаю. По-моему, подход однобокий. Не надо на нем зацикливаться. Не согласен. В определенные моменты судьба дает нам испытания. И ты несешь эту ношу. Ношу, говоришь? Да. И чтобы ее сбросить, нужно вернуться и дать отпор тому, что тебя ранило. Разбираться надо не с Трэвисом, а с самим собой. Разве Трэвис здесь? Где Трэвис? Да, его нет. Взгляните. Вот что он мне оставил. Ты сам придаешь этому значение. Нет, неправда. Мне пришло приглашение, а на следующий день я увидел его и чуть не спятил. Я верю, что совпадения не случайны. Не случайны. Но только если грозит опасность, то нет, не иди этим путем. Он не говорит, что будет легко. В какой-то момент каждому нужно встать и посмотреть страху в лицо. Да, все постоянно это делают. Думаешь, с нами такое не происходит? Я постоянно решаю проблемы, даже в данный момент. С чем ты разбираешься? Я пытаюсь сказать, что мстить не обязательно, мне хватает... Какая у тебя проблема? Страх, разочарование или ярость. Я вкладываю в искусство, я не мщу, а фотографирую. Какая у тебя проблема? Что ты? Прошлой ночью кто-то стоял перед моим окном. Мне страшно, вот и все. Тебя кто-то преследует? Что? Нет. Нет, он меня не преследует, все в порядке. Извините, забудьте. Ты говорил о себе. Я не хотела переводить тему. Если кто-то тебя преследует, надо действовать. Да, конечно, да. Все в порядке. Я могу тебе с этим помочь. Правда? Да. Спасибо, ребята, не надо. Все в порядке. Возьми мою визитку. Одержимые бывают опасны. Может, мне купить ротвейлера? Таиланд. Раннее утро. Я гуляю по пляжу. Смотрю в воду и вижу какую-то черную волну. Что? Она приближается. Ты не сводишь взгляд. И я понимаю, что это крысы. Мы прекрасно посидели. Да. Твой друг Энди Коп. Неожиданно. Почему? Не знаю. У него столько интересных историй и приключений. Когда-то он был актером. Так мы и познакомились. Хочешь зайти ко мне и посмотреть, например, «Бунтаря без причины»? Пытаешься заманить меня бунтарем без причины? Да, верно. Давай.
сыграем в игру. Саймон говорит, повернись 3 раза. Четыре раза, говорит Саймон. 2. Четыре. Саймон говорит, открой глаза. Саймон говорит, подойди. С тобой мне спокойно. Возьми мою визитку. Твой друг Энди Коп. У него столько интересных историй и приключений. В 65-м мы потеряли свободу. Как называли участок на 135-й улице? Боже мой! Рики, что с тобой? Пошли вон отсюда! Боже мой! Рики! Дружище! Она здесь? Только что ушла. Пойдем. Прости, все мысли спутались. Один вопрос. Задавай. Что ты вчера делал? Зачем рассказывал о Таиланде? Делился историями, общался. С кем? Ты хотел ей понравиться? Не заходи ты в эту степь, Рики. Мы уже зашли. Куда? Вот ты не понимаешь. Ты просил помочь. Неправда. Она сказала, что ее преследуют. Ей показалось, что она кого-то увидела. И ты решил вмешаться и помочь. Да, и что такого? Почему я оправдываюсь? На самом деле, ты беспокоишься не из-за меня. Что это значит? Ее преследует бывший. А она гуляет с тобой. У тебя в голове уже все смешалось. Ты на ринге с Тайсоном, и ты даже не понимаешь. О, Тайсон, тут ты. Ты вернулся, словно локомотив. Ура, Нью-Йорк! И вот я уже мчусь на поезде Энди. Хочешь, чтобы я ушел? Отлично, на этом и закончим. Что за хрень? Зачем уходить? Ты просишь меня остановить поезд Энди, закрыть театр Энди. Я всегда был таким, а ты никогда не шел на поводу. Я тебя совсем не узнаю. Но если ты теперь такой, и ты просишь меня уйти, ладно? Будь по-твоему. Я не просил уходить, я задал вопрос. Какой вопрос? Почему ты настаиваешь на встрече с Трэвисом? Я верю в то, что со страхами нужно бороться. Победа даст тебе силы, сделает тебя тем, кем ты хочешь быть. Настоящим воином. А ты веришь в знаки. Ты получил приглашение и тут же увидел того парня. Если это не знак, то что еще? И я готов тебе помочь. Слышишь? Готов. Не нужна мне твоя помощь.
все хорошо. Никто мне не нужен. Я справлюсь. Я справлюсь. Я задал вопрос. Какой вопрос? Почему ты настаиваешь на встрече с Трэвисом? Я верю в то, что со страхами нужно бороться. Я мчусь на поезде Энди. Надери ему зад, Трэв! Покажи ему, Трэв! Размажь его, Трэв! Раздави его, Трэв! Надери ему зад, Трэв! Давай, Трэв! Рики! Рики! Помнишь ту рекламу? Поздравляю. Моему агенту уже звонили. Меня приглашают на Бродвей! Круто! Привет! Я на Бродвее! Класс! Рики! Режиссер сказал, я подхожу, если получу роль... Как дела? Кто это был? Что? Волк? Да, я отдала ему... ту фотографию. А он дал тебе визитку? Да. Зачем? Он риэлтор, поможет мне найти квартиру. Риэлтор? Что? Ты его знаешь? Что с тобой? Ты меня пугаешь. Я не хочу тебя пугать. Просто ответь. Что ты спросил? Я идиот. Ты его знаешь? Я видела его в парке, не более. Что с тобой? Стой! Стой! Вот козел. Я козел? Ты его знаешь? Ты его знаешь? Хочешь затянуться? Да. Пробирает, да? Мы что, знакомы? Ты что вытворяешь? Ничего мне не хочешь сказать? Стой! Нет! Надери ему зад, Трэв! Покажи ему, Трэв! Размажь его, Трэв! Раздави его, Трэв! Надери ему зад, Трэв! Давай, Трэв! Прошу, остановите их! Прошу, остановите их! Прошу, остановите их! Прошу, остановите их! Давай, скажи! 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 Боже мой, Рики! Как ты? Отойди от него! Я звоню в полицию и вашим родителям. Пошли вон отсюда! О, милый сыночек.
Блуждать не страшно. Чего ты ждешь? Все непросто. Мой отец воевал с фашистами. Эй, Эл! Остановил войну. Им не смириться с переменчивостью жизни. И они взялись за парк. Ты все пропустил. Они погубят его, свиньи. Я заблудился. И мы им позволим. Важен каждый момент. Ты познаешь себя. Чего ты ждешь? Важен каждый момент. Остановил войну! Ты познаешь себя. Мы в 1984-м! Твоя прежняя личность умирает! Рождается новая! От этого огня! Твоя душа воскресает! Горячо, больно! Знаю, жизнь доставляет боль! Тебе будет больно и впредь! Правда, больно, очень больно! Тебе горячо, впусти в себя этот огонь! Почувствуй его! Да, вот так! Такова цена! Ужасно больно. Так будет до самой смерти! Ты будешь гореть до самой смерти! Нет! Молодец, да! Не сдавайся! Нет, пожалуйста, хватит! Ты возрождаешься, прими это! Прими! Нет, нет! Прими! Да! Да, да! Да! Прими! Да! Почувствуй энергию! Да! Нет! Да! Нет, нет, нет! Да! Нет, нет! Да! 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 Вот так, сын мой! Да! 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 Ваше имя? Да. Нет. Да. Когда? На прошлой неделе. Ты шутишь? Нисколько. Серьезно? Какие уж тут шутки. Привет. Рики Райли. Как дела? Хорошо. А как у тебя? Прекрасно. Окончил юридический, устроился в хорошую фирму. Все хорошо? Что? Да, да, да. Выглядишь так, словно хочешь сбить самолет. Сам Рики? Привет. Привет. Барри, привет. 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 Как поживаешь? Хорошо. Класс. У меня к тебе только один вопрос. Где ты был? Привет, Барри. Привет, Фрэнк. Помнишь, как мы катались на велосипедах по проселочным дорогам и забрели в ветхий дом? Помнишь ту старуху? Столько лет прошло. Я помню все.
Фрэнк, что это за музыка? Уши болят. Ладно, Джен, я с ними поговорю. Привет. Рики Райли. Какой кошмар. Что с тобой случилось? Джен, ты уже напилась? Да пошел ты, Фрэнк. Я тебе не грубила. Ясно? Ты не видел Трэвиса? Трэвиса? Да. Картинки. Боже. Как я устал. У меня бывают воспоминания нечеткие. Иногда я не понимаю, где жизнь, а где сон. Я не уверен, где воспоминания, а где игра воображения. Бывают хорошие дни, я чувствую подъем, но они не уходят. Во мне идет борьба. Света и тьмы. Иногда хочется сегодня у нас встреча выпускников. Привет, придурки! Простите, спасибо. Банда снова вместе! Да, давайте выпьем. Вы видели Трэвиса? Хочу тот. Нет, тот. Да, спасибо. Эй, Чейз! Да. Подкидываешь бармену работу? Да, 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 да. Давайте. Ты что, на фургоне приехал? А чего не пьешь? Что это? Рики, малыш, я тебя помню. Мы с тобой дружили. Я Чейз. Что, не помнишь? Я тебя помню. Надери ему зад, Трэв! Чем занимаешься? А ты сам? Наслаждаюсь жизнью. Вернулся из кругосветного путешествия. Миконос, Стамбул, хедж-фонды меня любят. Знаешь, что такое хедж-фонд? Не интересуюсь фондовым рынком. Экономика сейчас в дерьме, но мне все равно, я застрахован. У меня повсюду имущество, и оно никуда не денется. Я лишь собираю чеки. Крутяк. Да. Ты так и не ответил на мой вопрос. Чем занимаешься? А что? Просто интересно. Я актер. Ой, обалдеть. Ты знаешь Брэдли Купера? Актер? Я думал, у твоего отца огромная компания. Ладно, а ты актер на мели или зарабатываешь? Если у тебя водятся деньги, нужен кто-то, кто направит их в нужное русло. Ты совсем не изменился. Нисколько, все тот же козлина, но теперь с деньгами. А ты актер на мели. Сдается мне, ролей у тебя будет немного. Черт, я просила Лонг-Айленд со льдом! Ты что, слов таких не знаешь, кретин? Да. Она знает, чего хочет. Нельзя позвать настоящего бармена. Держись, бармен, держись! Лонг-Айленд со льдом. Берешь водку, джин, текилу и ром и смешиваешь. Расплюнуть. Что у тебя на лице? Сейчас. Ты чего? Подойди. Что ты делаешь? Вытираю тебе лицо, ты испачкался. Перестань, прошу, хватит. Ты шутишь? Не шучу. Как хотите. Рики, расслабься. Да. Выпей. Можем с тобой поговорить? По душам, что ли? Ладно. Говорите, доктор Фил. Ты помнишь тот день, когда... Какой день?
Мы отмечали праздник у меня на заднем дворе. Я помню тот день, когда заработал 100 000. День, когда мог овладеть любой красоткой в городе. День, когда взобрался на Эйфелеву башню. Ты был в Европе? Я помню день, когда фондовый рынок... Хватит трещать! Хорошо. Хорошо, какие мы ранимые. Что ты хотел сказать? Помнишь шрам? Да, я его помню. Трэвис надрал тебе зад. Я поступил бы так же. Ты был моим другом. Как и Трэвис. Ты спал с его девушкой. А если трахнул бы мою, был бы мертв. Они хотели расстаться. О, приятель. Да, мы помним, что было. Каждую мелочь. Мэлори, скажи, Мэлори, с кем ты тогда встречалась? С Трэвисом Джанкманом. 2 последних года, а потом... Ну... Ты пытался увести его девушку и отхватил. Все честно. Ты случайный прохожий. Так тебя называли бы на Уолл-стрит. Я лишь заглянул поздороваться. Я общаюсь с победителями и не хочу иметь ничего общего с неудачниками, флиртовавшими с девушкой моего лучшего друга. Мне было интересно узнать, как ты... Естественно, ты всего лишь недалекая маленькая блошка. Но ничего. В мире полно букашек. Вот, что я скажу тебе. Если преуспеешь, позвони мне, ладно? Я помогу тебе Интересно, а где ты черпаешь идеи? Просыпаешься утром и... Зачем пришел? Тот парень, Волк, сделал это. И что? У тебя осталась его визитка. Ты издеваешься? Дашь посмотреть? Нет, уходи сейчас же, иначе я вызову полицию. Это я. Я не тот парень. Я прошу тебя уйти. Стой! Уйди отсюда! Ладно, только слушай внимательно. Если возьмешь ее, то больше не смей появляться в моей жизни. Ты понял? Знаю тут одного. Или скорее раньше знала. Он сильно изменился.
ним бродил по городу целую неделю. Я не могу тебя забыть. Нужна помощь? Нет, проваливай, друг. Серьезно. Подожди на улице. Рики, прошу. Я никуда не пойду. Прошу, выйди. Я никуда не пойду. Милая, мы можем? Стой, стой, стой. У тебя проблемы? Ребята, осторожно. Мать твою! Успокойся. Стойте! Что вы устроили? Моя выставка. Нет, остановись. Рики, нет! Рики! Да хватит! Черт, перестаньте, прошу! Рики! Джейсон, вызовите полицию! Подойди. Боже. Ты как? Не подходи. Нет, не подходи. Иди ко мне, иди сюда. Не подходи. Прости. Я сказала. Прости. Не подходи ко мне. Что мне оставалось? Он на меня напал. Нет. Прости. Нет. Прости. Или ты хотела бы, чтобы он меня избил? Так? Правда? Ты испортил мою выставку. Мне было очень стыдно. Прости, что испортил ее. Прости за выставку. Прости за выставку. Прости за выставку. Прости за выставку. Мне очень жаль, я этого не хотел. Впервые в жизни я горжусь тем, что сделала, а ты все испортил. Мне жаль. Я тебе не верю. Ладно. Почему ты сегодня пришел? Я облажался. За дурацкой визиткой. Нет. Не начинай. Тебе плевать на меня. Все испортил. Ненавижу, когда вытворяют такое и говорят, что защищали мою честь. Брехня это все. Я этого не хотела. Я просила тебя остановиться. Да. И я всегда попадаюсь. Твою же мать. Тебе не понять. Вчера... Ты сказала, что рядом со мной тебе спокойно. И теперь это не так. Ты не чувствуешь себя в безопасности. Я не хотел, чтобы так получилось. Прости. Черт! Я... Черт! Ты волк! Я поняла. Волк, это ты! Что? Ты. О чем ты? Разве я волк? Волк. О чем ты? Парень из старшего класса, волк. А я... Нет, Рики, это ты. Нет, не согласен. Нет. О чем ты? 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 Все в порядке, успокойся. Прости, я не хотела выбивать тебя из колеи. Ты уже извинился, спасибо. Просто я немного на взводе. Хорошо. Ясно. Все так быстро пошло коту под хвост. Ты мне очень дорога. Ты зажгла во мне свет, и... Хотя мы знаем друг друга пару дней, благодаря тебе я почувствовал, что снова живу. Вспомнил ощущения, которые давно успел позабыть. И я прекрасно провел с тобой время. Возможно... Ты не относилась ко мне серьезно, но... Спасибо, что поделился. All right. Ладно, я пойду обратно в парк.
Посижу в парке. Ладно, хорошо. Ладно. Уже ухожу. Давай. Возможно, полиция едет за мной. Тогда беги быстрее. Хорошо. Ты тут справишься? Да, увидимся. Ладно. Пока. Увидимся. Все отлично, правда? Да. Честно. Все прекрасно. Мы друзья. Да. Круто. Хорошо. Хорошо. Ладно, пока. Пока, Рики. Пока. Увидимся, Натали. Что ж, административное правонарушение. Он взял нож в целях самообороны. Его не посадят. Но ему не помешает прививка от бешенства, а тебе намордник, Тайсон. Смешно. Да, я Тайсон. Переживу. Повезло, что ты актер. С другой профессией лишился бы работы. Да, круто. Подпортил личное дело. Я ушел из театра. Что, наконец решился? Да, вот что происходит, когда я иду до конца. Ты сделал, что должен был. Не знаю, друг. Мне нужно прийти в себя. Наверное, поеду на ретрит. Может, в Таиланд. В детстве, в Австралии, я посмотрел фильм «Серпико». Он меня заворожил. Я хотел стать таким же, как Аль Пачино. Я переехал в Нью-Йорк, поступил на курсы и играл в спектаклях. Было весело, меня любили. Но уходя со сцены, я всегда чувствовал, что чего-то не хватает. Мне не хватало искры. Однажды я понял, что не хочу быть как Пачино. Мой герой — Серпико. Так я поступил в академию, надев форму, я осознал, я нашел свое призвание. Я думал, что хотел показать себя, снискать славы, богатство, признание и бессмертие. Все это есть в тебе, братишка. Ты великолепный актер. У меня важное задание. Но меня считают сумасшедшим. Ты поможешь?
И я сказал, конечно, помогу. Он спросил, знаю ли я о том, что происходит в стране. Трудно оставаться в неведении. Он достал из-под мышки газету и тыкнул в меня. Ты веришь в то, что правда опасна? В то, что искусство опасно? Если все ходят голые, нужна ли одежда императору? Ты понимаешь, почему эти вопросы важны, или ты такой же, как все? Он остановился, чтобы вздохнуть, и я сказал, «Теперь я задам вопрос». Он разозлился. Только он мог их задавать. Я спросил, «Что бы ты сделал, если бы снова стал молодым? Во что бы ты верил?» Он покраснел и закричал, «Я не хочу снова быть молодым! Я путешествовал по всему миру и написал о трех войнах в полудюжине статей! Я увидел достаточно страданий! Я не хочу снова быть молодым! Я свое пожил, и одного раза мне хватило!» Он успокоился и сказал, «Знаешь, почему я накричал на тебя? Потому что я тебя использую. Я тебя использую!» Он схватил меня за рубашку и начал плакать. «Разве ты не понимаешь? Через тебя я говорю со всем, мать его, человечеством!» Thank you.